Здравствуйте! С вами снова «Подкованные истории» с Витой Козловой. Есть такое понятие, как персона. Нашего сегодняшнего героя можно отнести к его идеальному воплощению. Гордая осанка, обширнейшие знания, фундаментальные, с блеском написанные труды. Сила, противостоящая или же содействующая человеку, называется время. Время юности и зрелости того, о ком пойдет речь, всецело содействовало его профессиональному становлению и развитию. Лошади тогда были всем для страны. И ровно настолько же в конце его жизни, во второй половине 20 века, время ему противостояло. Сегодня наш герой Владимир Оскарович Витт, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой коневодства Академии имени Тимирязева, создатель советской ипологической науки. Да, регалий у Владимира Оскаровича было не счесть. Но главная заслуга перед Отечеством – это его огромный вклад в сохранение той породы лошадей, которая наравне с русским балетом и литературой известна всему миру – орловского рысака. Увы, на закате своей жизни, начиная с середины 50-х, Владимир Оскарович с болью был вынужден наблюдать, как лошади, которым он посвятил всю свою жизнь, впали в нашей стране в немилость. «Никому это теперь не нужно», — сокрушался Витт. И говорил он это вовсе не о любопытных фактах, которые были ему известны в бесчетном количестве. Ну, например, не вошедшие в роман «Анна Каренина» подробности падения Голицына на последнем препятствии. Или о седле изумительной кожи, что было подарено Толстому и пропало во время войны. Нет, увы. Речь шла о бесценных знаниях в области коневодства. «Все это уйдет вместе со мной», – часто в конце жизни со вздохом повторял Витт. Давайте посмотрим, какие же основания были у Владимира Оскаровича так считать. Коневодство всегда было и остается в числе тех отраслей, состояние которых безошибочно указывает, какие социально-экономические процессы реально происходят в стране. Так, ликвидация кавалерии и большого числа племенных конных заводов в середине 20 века косвенно свидетельствовала как об увлечении сомнительными сельскохозяйственными экспериментами, так и о наступлении нового витка холодной войны. Чего стоила одна лишь программа освоения целинных и залежных земель в Казахстане, Сибири, Поволжье, на Урале и в других районах страны? Более 40 миллионов гектаров, начавшаяся без всякой предварительной подготовки и при полном отсутствии инфраструктуры. На целинный фронт бросили тысячи специалистов и технику. По комсомольским разнарядкам в степи направляли молодых учителей, врачей, агрономов. По сути, это была массовая депортация. За какие-то 5 лет целина поглотила 20% всех инвестиций страны в сельское хозяйство, в то время как аграрное развитие традиционных районов земледелия стало деградировать. Но не только целина подкосила экономику. В 1957 году Хрущев пообещал за 3 года догнать и перегнать Америку по производству мяса на душу населения.
Но в то время в СССР еще не существовало реальных условий для быстрого развития животноводства. Однако повышенное внимание партии и чрезмерная реклама в прессе сделали отступление невозможным. Эти потуги привели к настоящей катастрофе. Чтобы выполнить обещания по увеличению производства мяса, забили почти всех коров и свиней в колхозных фермах. В некоторых областях списывали на мясо значительную часть молочных коров, в том числе из племенного маточного поголовья. Однако и этого было мало. Пришлось массово скупать скот в частных подсобных хозяйствах, вплоть до Урала. На эти закупки расходовались фонды, ранее выделенные на строительство, здравоохранение, образование. Но и этого оказалось недостаточно. И тогда под нож отправили племенных лошадей. Однако проблема не решилась. О голоде еще речь не шла, но ситуация становилась критической. В магазинах не было ничего, ни одежды, ни продуктов. За хлебом нужно было стоять часами. Давали только один батон кукурузного хлеба на человека. Ведь Хрущев был помешан на кукурузе. «Я кукурузник», – шутливо говорил Никита Сергеевич. Но людям уже было не до смеха. Видимо, Хрущев мечтал о лаврах Петра Великого, которыми тот был увенчан за внедрение картофеля. Кукурузу сеяли даже в тех регионах, в которые не подходили для этой сельскохозяйственной культуры по природоклиматическим условиям. На эту тему даже возникли анекдоты. «Ну что, братья коряки, сеем кукурузу?» «Сеем», – отвечали коряки, надевая шубы. О неурожаях Хрущев и слышать не хотел. Тех руководителей, которые не могли обеспечить урожай кукурузы, просто снимали с постов. По телевизору показывали забитые полки магазинов. Мол, вот смотрите, хлеб есть. Но это были кадры, сделанные до того, как в этот магазин входили люди. В общем, реалии опровергали хвастливые заявления Хрущева. Советская экономика оказалась не способна сформировать общество массового потребления. Но самым ужасным увлечением Хрущева было баллистическое оружие. СССР грозился показать США Кузькину мать, и в этой гонке не нашлось места не только лошадям, но и людям. Военная доктрина устрашения, как и другие проекты Хрущева, сжирала ресурсы страны. Советский Союз технически был готов испытать свое новое супермощное ядерное оружие уже в конце 50-х. Но кратковременная оттепель слегка отогрела сердца Никиты Хрущева и американского президента Дуайта Эйзенхауэра. Однако в начале 60-х пурга холодной войны закружила с новой силой, и 30 октября 1961 года сейсмографы всего мира зафиксировали сильнейшие колебания. Бомба приближается к точке взрыва. Планета трижды содрогнулась от ударной волны, вызванной взрывом невиданной мощности. Ужас охватил не только загнивающий Запад, но и некоторых советских ученых, потрясенных тем, что же они натворили. Царь-бомба, она же Кузькина мать, она же изделие Ан-602, до сих пор остается самым мощным взрывным устройством из всех, что доводилось испытывать человечеству. А через год разразился Карибский кризис, едва не столкнувший хрупкий мир в жерло очередной мировой войны. В 63-м году американский президент Кеннеди будет застрелен в Далласе. А осенью 64-го дойдет и до смещения Никиты Хрущева. Но Владимир Оскарович Витт этого уже не увидит. Он всего несколько месяцев не доживет до политической смерти человека, пустившего под откос дело всей его жизни. Но давайте начнем с самого начала. Будущий профессор Витт родился 15 июня 1889 года в семье врача. Его отец Оскар Эдуардович был потомком голландских дворян, попавших в Россию более 200 лет назад во времена царствования Елизаветы Петровны. До революции у фамилии была приставка «Д» – признак дворянского происхождения, но после 17 года она по понятным причинам исчезла. Оскар Эдуардович служил, как тогда говорили, в больницах Москвы, занимался частной врачебной практикой.
А его сын Володя до 10-летнего возраста жил в небольшом подмосковном семейном имении неподалеку от станции Жаворонки Звенигородского уезда Московской губернии. Теперь это Одинцовский район Московской области. Родовая фамилия Владимира Оскаровича стала основой для нескольких названий в Жаворонках. Они закрепились за местами, где паслись принадлежавшие их семье табуны. Это Виттовский пруд и поселок Виттовка, ныне входящие в село Жаворонки. Увы, сегодня здесь не встретить ни единого упоминания о том, что в этих краях родился и вырос великий советский ученый. Володя полюбил лошадей с детства, что неудивительно, ведь семья Виттов владела небольшим, но дельным конным заводом лошадей орловской рысистой породы. В 7 лет он уже неплохо ездил верхом, а в свободное время вперемешку с детскими книжками читал газетные отчеты о бегах и скачках на московском ипподроме. В 1899 году Володя поступает в первый класс Московской 7-й классической гимназии. Эта гимназия была открыта в память об Александре III на Страстной площади, ныне Пушкинской. Здание находилось рядом с бывшей типографией «Известий». Оно не уцелело, его снесли, когда строили для издательства новое помещение. Есть предположение, что во времена Грибоедова дом, в котором позже открыли 7-ю гимназию, принадлежал прототипу Фамусова, героя комедии «Горе от ума». Именно здесь и произошла развязка пьесы. Чацкий понял, что после такого открытия ему нечего делать в этом доме, и произнес свое знаменитое «Карету мне, карету». «Карету мне, карету!» «Карету мне! Карету! Карету мне! Карету!» Покинуть этот дом пришлось и Владимиру Витту. В 1905-м он ушел из гимназии в связи с революционными событиями. В этом же году манифестом Николая II об учреждении Государственной Думы будет создан законосовещательный орган при монархе. Тем не менее, волнения продолжились, и в результате родился еще один манифест, впервые даровавший гражданские свободы, неприкосновенность личности, свободу совести, слова, собраний, союзов. Были расширены полномочия будущей Государственной Думы, она стала органом законодательным. Несмотря на все события, сотрясавшие страну в то время, Витт экстерном сдает экзамены на отлично и становится студентом юридического факультета МГУ. А уже в 9 году Владимир Оскарович напишет свою первую научную работу на историко-юридическую тему. Работа была по современным меркам дипломной и вышла отдельной книгой в 126 страниц. После окончания университета молодой Витт некоторое время работает помощником присяжного поверенного и занимается частной юридической практикой. Но в итоге приходит к выводу о том, что выбор профессии был ошибочным. Все эти годы Витт не переставал активно интересоваться коневодством. Еще обучаясь на юридическом факультете, он в свободное время изучал литературу на эту тему, в чем ему немало помогало знание 6 иностранных языков. И писал заметки на конные темы. Первая его статья была напечатана в специализированном издании уже в 1907 году. Каждое лето Владимир проводил в поездках по конным заводам, а в 2010 году начал практиковаться в разведении лошадей в семейном конном заводе. Вращаясь в конозаводческих кругах, он знакомится со знатоком конного дела профессором Павлом Николаевичем Кулешовым, ученым-животноводом в будущем, членом-корреспондентом Академии наук Советского Союза. Кулешов был одним из основоположников русской зоотехнической науки. Он первым в России разработал метод оценки конституции сельскохозяйственных животных и их классификацию. Кроме того, он обосновал гомогенный подбор как метод повышения гомозиготности стада. Простыми словами, это был метод, дающий большую гарантию рождения животных, передающих свои качества потомству. Также Кулешов был активным сторонником использования инбридинга, то есть скрещивания близкородственных особей. Общение с Кулешовым повлияло на всю дальнейшую профессиональную деятельность Витта. В 1913 году Владимир Оскарович едет на год в Англию, где изучает коневодство. И, наконец, в 16-м Витт делает свой окончательный выбор –
оставляет юриспруденцию и начинает работать в Главном управлении государственного коннозаводства в качестве специалиста по коневодству. Огромную роль в этом выборе сыграла Первая мировая война. Армия испытывала огромную потребность в лошадях. Осознавая, насколько мощь армии и безопасность России зависит от коневодства, которое всегда по своей роли было равнозначно современному военно-промышленному комплексу, ВИТ решает применить свои знания и опыт в этой области на благо Родины. В этом состояло его собственное понимание гражданского долга. «Здесь я принесу России больше пользы», – писал он. К тому времени ВИТ уже известен в коннозаводческих кругах как автор злободневных статей, посвященных проблемам отечественного рысистого коневодства. Фокусом его внимания являлась орловская рысистая порода, распространение которой в те годы начало сокращаться. Орловский рысак – символ русского коннозаводства, его гордость и слава. Владимир Оскарович подчеркивал, что не существует более раннего примера такого разведения в истории какой-либо другой породы животных ни в Европе, ни в Америке. Здесь стоит сказать, что в описываемое время все большее число заводчиков стремится получить резвую призовую лошадь. Особо выдающимся, таким как Николай Павлович Малютин, о котором мы рассказывали в одной из наших подкованных историй, удавалось добиться этого, сохраняя ценные качества орловца. Именно в заводе Малютина был рожден Лель, которого профессор Кулешов считал идеалом орловца. Однако массивные костистые орловцы с длинным корпусом и мощными формами в большинстве своем уступали в резвости сухим и облегченным американским рысакам. Интересы бегового спорта побуждали русских коннозаводчиков вести селекцию, ориентируясь в основном на резвость. Скрещивание орловцев с американцами носило стихийный характер. И хоть зачастую не давало положительных результатов, лед тронулся, и рысистое коннозаводство страны стало меняться. В наших подкованных историях мы рассказывали, какие ожесточенные споры велись на всех уровнях. Несмотря на то, что в защиту чистоты отечественной породы выступали видные ученые, государственные и общественные деятели, финишный столб был основным аргументом, и все больше заводов в погоне за возросшими призовыми суммами переходили на путь скрещивания. В 1910 году, выступая на съезде коннозаводчиков, Павел Николаевич Кулешов с горечью отметил: «В то время как мы в России безудержно стремимся к ликвидации крупной, нарядной и быстрой упряжной лошади, стараясь заменить ее при содействии тотализатора и ипподромов рысаком более мелким и менее красивым, американское правительство принимает меры к выведению таких лошадей, которым вполне отвечают представители нашей орловской породы». Тем не менее, несмотря на отдельные ошибки и упущения в работе с породой, орловский рысак к началу 20-го столетия все еще оставался одной из лучших в мире легкоупряжных пород лошадей. Он устойчиво сохранял производительную рысь, красивые формы, живой темперамент и отдатливость в работе. Защитить и сохранить орловского рысака – именно такую цель поставил перед собой ВИТ. Период Первой мировой в биографии Владимира Оскаровича окутан тайной. В архивах имеются две карточки болезни В.О. Витта, свидетельствующие, что в результате революционных беспорядков и уличных боев в Петрограде он дважды оказывался в лазарете. По некоторым данным, Владимир ВИТ также служил в действующей армии в 14 году вместе с братом Сергеем, который после гражданской войны эмигрировал вместе с армией Врангеля. Лихолетие революционных событий и гражданской войны нанесло российскому коневодству тяжелейший урон. Но эти события никак не повлияли на профессиональную деятельность Витта.
Он считал коневодство одной из основ безопасности государства и был готов работать на пользу России при любой власти. Поэтому, когда Главное управление государственного коннозаводства прекратило свое существование, Владимир Оскарович перешел на работу в Московский земельный отдел, став губернским специалистом по коневодству и коннозаводству. Оставайтесь с нами, вас ждет продолжение этой подкованной истории.